Представители администрации города Мурманска проверили ход ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования. В этот раз они посетили детский сад на улице Фрунзе. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Корпус детского сада номер 13 на Фрунзе 11 окружен зеленью, клумбы украшены разноцветными вертушками, а на асфальте нарисованы классики и считалки. Малышам скучать не приходится, воспитатели стараются проводить различные утренники, мастер-классы и игры на свежем воздухе. Детский сад ухожен и отремонтирован. Ранее в обоих корпусах были заменены окна, системы водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, а также частично отремонтированы стены. Единственное, на что пожаловались педагоги, это покосившийся забор, ограждающий детскую площадку от улицы. Здесь у нас все удовлетворяет нас, кроме качества нашего забора, который при зиме, когда ведется механическая уборка снега, к сожалению, трактором его зацепляет, и он деформируется. Но это видим не только мы, это видят и родители, да, и бывают нарекания от них. Забор однозначно нужно менять. По словам главы администрации города, его ремонт уже запланирован на следующий год. Есть пожелание эту сетку заменить, ограждение обновить. Потому что, конечно, она не современная, уже не вполне соответствует правилам по безопасности. И я хочу сказать, что сразу вот по горячим следам я дал поручение. Мы в следующем году запланировали несколько садов, еще, так сказать, не зафиксировав, какие это будут детские сады. Поэтому могу с уверенностью сказать, что план на 2022 год замену ограждения здесь на Фрунзе мы включаем. Если корпус на Фрунзе вопросов не вызывает, то второе здание садика на Генералова находится в более сложном положении. Из-за ветхости его планируют вывести из эксплуатации, а детей перевести в другие дошкольные учреждения.